Ну и микронабор инструментов. В данном случае размера, который вполне можно подвесить, например, на какую-нибудь застежку. Не с ключами, а просто, чтобы в кармане держать. Или, например, с фонариком каким-нибудь небольшим. Просто на тот самый странный, иногда бывающийся случай. Да, это сделано в Китае. Фирма Гербер. Мультиинструмент. Сейчас телефон, может быть, сфокусируется для разнообразия. Или не сфокусируется. Вот, видите? Модель Dime, так называемая, модель 30000469. Dime это у нас 10 центов, по-моему. Ну что, посмотрим, что это такое. Я его еще не открывал. Такой маленькой-маленькой коробки. Реально говоря, вещь размером с мой палец. Даже не знаю, где его проще открывать. С какой стороны. Вот. Потому что не особенно охота рвать коробку. Потому что, может быть, такая вещь вполне может быть, знаете, как в качестве какого-нибудь подарка или приза. Инструкции доставать не буду, честно вам скажу. Кстати, весит немало. Ощущение такое крепко. Все-таки это же инструмент. Вот видите, герберский щит с мечом. Щит и меч. Гербер Дайм. Вот его размер. Видите, какой маленький-маленький. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Но первым делом мы видим, что у нас есть микро такие щипцы. То есть что-то ими хватать-то можно, но очень осторожно, они маленькие. Если что-то надо удержать, то может быть и получится. Может быть и нет. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше. У нас здесь есть небольшой ножик. Вот он. Теоретически даже можно было проверить, чего он моет. Этот ножик у нас. Ну да, вообще-то режет, кстати, хорошо режет. Нормально. Такой вот микроножик. Интересно, как его закрывать. Тут ничего, видите, не удерживает его. Кроме самого себя. Так, с другой стороны у нас вот такая вот вещь. Открывашка, судя по всему, для чего-то. Нет, это у нас резак такой. А давайте посмотрим, как Гербер это называет. Легендарное лезвие. Ага. Так. Что у нас пришло? А пришла у нас простейшая бумажка без ничего. То есть, реально говоря, никаких инструкций с этим аппаратом нету, с описанием, в отличие от того же Ледермана. Ну и цена, конечно, у него не ледерманская. Все-таки Китай, не Америка. Ну и ладно. Нет, так нет. Для чего вот эта вещь может быть нужна? Что-то подрезать, наверное. Сейчас, может быть, телефон сфокусируется. Если кто знает, подскажите. Я же тоже совсем не эксперт, просто смотрю и с тем же успехом знакомлюсь с этими же вещами одновременно. Вот такие микроножницы. Если что-то надо порезать, конечно, будет сложно, но лучше, чем ничего. Так, что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас пилка. Такая вот. Или надфильд, скорее всего. И отвертка. Прямая. Филлипсов тут нету, что ли? Ну и вот так вот, небольшой совсем комплект инструментов. Это то, что снаружи. Есть ли чего-нибудь еще дополнительное внутри? Больше ничего нету. Вот так вот получается. В принципе, довольно-таки удобно в руках. Особенно учитывая вот этот вот хвост такой. Он, кстати, дополнительное удобство создает.
Сейчас, может быть, сфокусируется получше у нас. Вот такая вот вещь, видите? Можно даже кабели или какую-нибудь веревку порезать вот так вот тоже. Или почистить провод. То есть, в принципе, для своей цены, а цена здесь очень низкая, какая, посмотрите на интернете. Очень неплохой комплект, вот именно из раздела, чтобы иметь с собой. Это не держать в машине или дома, или там у кого-то, на всякий случай. А это, например, можно держать с собой. Комплект на всякий случай, так называемый. Идет, соответственно, в такой простой коробочке. И мне, в принципе, нравится, честно вам скажу. Не ожидал, что мне понравится. Думаю, что это будет на уровне некоторых других герберов. А это довольно-таки неплохо. Материалы, конечно, здесь будут дешевые, но это на тот самый экстремальный случай, когда ничего больше нету. И для этого он должен вполне сработать. Вот так вот. Спасибо за внимание.